Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Вот, включаю свет сегодня. Ну, точнее, он сам у меня вот по таймеру включается. И вижу вот такую картину. Свалился внутренний фильтр Eheim. Ну, просто присоски уже от времени стали плохо держаться. Он взял и свалился. Ну, во-первых, он свалился, и уже не очень-то тут поток воды идет хороший. Тем более мне уже, в принципе, завтра надо подмену делать. То есть фильтр уже достаточно забивается у меня за неделю. Все-таки рыбок много, поэтому я подмену раз в неделю делаю обязательно. И вот. Вот, я не знаю, когда он упал, может быть, ночью. И вот почему я включаю обычно компрессор. Сейчас я его выключила, потому что он очень сильно шумит. А вот этот вот фильтр, он вообще беззвучный. И когда снимаешь, ну, конечно, если я забываю выключить аэрацию, то, конечно, шум идет. Ну, а рыбки все нормально себя чувствуют, прекрасно плавают. Меня увидели, думают, что я буду сейчас кормить. Тем более свет включился. А почему они себя прекрасно чувствуют? Да потому, что я на ночь стала включать эту аэрацию. На всякий случай. Он у меня один раз уже падал так. И чтобы рыбки не загадалось на аэрации, рыбки чувствуют себя нормально, кислорода им хватает. Ну, а фильтр сейчас достану, почищу. А раз уж он упал, я боюсь, что там уже процессы пошли не очень хорошие. Губки грязные, вода протекает, потому что фильтр, он все равно как бы работает, но работает слабо. На такой глубине он работает слабо. Толку от него мало. Ну, сейчас приведу все в порядок. И спасибо аэрации. Простой. Такой вот простой, обычный компрессор. Будьте осторожны. Ну, никогда не знаешь, когда начинают портиться вот эти присоски на этих фильтрах. Вот взял и упал, а он-то тяжелый. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.